Интересная штука, вот такой мешочек, он называется Car Dehumidifier, что обозначает, что он убирает влагу с машины. В этом мешочке такие гранулы. Вот. Когда его использовал, он всасывает влагу из машины. И потом этот мешочек кладешь в печку, в духовку на 3 часа, на 180 градусов. И эта влага уходит. Можно просто его оставить на солнце. И, в принципе, тот же будет эффект. Вот, мы этот мешочек... как понять, что этот мешочек наполнился влагой? Тут есть специальный такой индикатор. Ты его одеваешь на мешок, получается. Одеваешь на мешочек. И когда зелененьким подсвечивается это окошко, это значит, что он полон. Тогда его надо сушить. Вот, мы его кладем в машину. Там, где собирается влага, вот. И все, и ждем. А потом проверим его этим индикатором. Вот. Если была бы у меня японская машина, вот никогда бы не знал про это все. Поэтому покупайте немецкие машины, будете знать все про автомобилестроение и про устройство автомобиля.